Добрый день, меня зовут Логинова Лариса Алексеевна, я из Москвы, врач-ортодонт. Сегодня посетила лекцию Константина Ромкина, причем несколько раз до этого я была очень в течение нескольких лет на подобных лекциях, и впервые я столкнулась, много слышала про Константина и так далее, но даже не предполагала, насколько человек обладает даром методического изложения материала, простым языком совершенно, да, он говорил о сложных вещах. Человек необыкновенно талантливый, и сегодня многие вещи, которые как-то я не понимала, это проблема такая, которую можно изучать бесконечно, конечно, бесконечно просто. Но сегодня очень многие какие-то вещи прояснили для меня, а проблема, которая посвящена его лекции, она необыкновенно актуальна в наше время. Вот, и проблемы сустава, и миофасциальные боли и так далее, вот это вот все в наше время стресс, экология наша, очень-очень актуально. Поэтому огромное спасибо Константину Ромкину, вот, замечательному, огромное спасибо руководству Мегастума, который приглашает и вот угощает нас, я могу сказать, такими лекторами необыкновенными, потому что попасть к Ромкину на лекцию, это дорого стоит в прямом и в переносном смысле.